удачи. Крона Кай Кристал. Я могу чем-нибудь помочь? До новых встреч. Семку. Здорово. Здорово всем. Здорово. Здорово. Че, без тумана управимся? Конечно. Один до... А, о, три хила. Че, Ром, похилишь? Коли пал он. Ну тогда три хила хилим. Ну, не знаю, на Верочку чтоб. В принципе, блядь, Лена и Гробот и Скальпер получается сильная пачка. Ну, Холик, ДЦшник сильный и Эрдру сильный. Кто сказал, что он ДЦ? Кто танкует? Ну, вагонетка и ты на где нужно, окей? Да, давай, ну получается только на этих, да? На как? На короле. Ограх, или как они там? Дюки эти, безжалостные.
Ну да, Миш, только для Геры. У нас есть шаман один, но у него КД только и коня 25 нету. Все, кто там, все, вы же в рейде, сумоньте всех. Меня присумоньте. Так, двух не хватает в дискорде. Нет, все, на ролл идет. А на роллах нет. Раз, раз. Ты хардбас. Согласен. Все в кроссовках Adidas, и на ногах пацаны. Шустрый. Так, в дискорде 23 человека, где еще двое? Да, у нас правильно горит. Бля, такой же хуйней заниматься, как все РТ. Да. А хули делать? Здорово, ребята. Здорово. Здорово, здорово. Одного в дискорде нету. А вон же он. Кто? Не вижу. Вот этот мэдж-киллер, который? Ну, я так понял, да. У меня уже достаточно таких предметов. А он типа скачать не может. Пусть в браузере зайдет.
Слышь, вы пыль лучше в ГБ ложили, чем пиздили оттуда. Все вообще, блядь, у меня такое желание прям ячейку закрыть. Я видел, ну ты мусор, конечно, положил, но хоть что-то положил. Я, блядь, вообще ничего не беру с ГБ, чтоб ты понимал. Так ж, не доёбывайся. Это бафните 10-минутные кулаки, а на магов 5 повесите. Блин, ну я там под выгребу, кстати, эти боешки себе над руля, но и этих сопротов покидаю. Ну, возьми, если нужны какие-то боешки, там... Что-то полно, сопроты положили. Я сопротов покидаю. Что там у нас? Два мешка лежит, да? Да, я шею взял, надо еще мешок взять. И что-то там еще вроде было. Да, шея, мешок. И что еще тут можно взять? Колечко. Точно, колечко. Колечко. Какое? А, вот танковская есть. Да, ты же медведя же делаешь? Да-да-да. Можно еще спину взять, плащ дикого хищника 245. Че по дискорду, где она там? На, Дима, вот. Погоди, на ФК что-то походу вообще. Ты-то вот этот... Паладин, который... Пишите ему ПМ. Я нахуй не буду перебафывать себе тысячу раз. Да все, уже нету. Так, сейчас одного ДД возьмем. Вон, смотри, шама какой-то есть. Катратит. А у него КД, я ему писал. А? Что, может, с твинками второй состав потом соберем? Сегодня же, кроме охоты, ничего мы делать не собираемся. Тупо возьмем твинками и второй пойдем. Сразу же после этого второй ебанем. Как идея? Хорошая идея. Твинков только нет, а так хорошая идея. У меня. Понимаю. Бля, Пал пытается мне там что-то еще доказать. Я ему говорю, Диса нет. Все, мимо. Че, ДД есть у нас на охоту один?
И в обычку пошли, так пройдем. Че, 24 тела пойдем? Да, потом ты бери Айка и Оню, который, у которого КД. А, кстати, Шамада, да, можно потом взять. Напиши ему только заранее. Окей. Посмотри, паровозик какой-то. Сейчас момент, сейчас вара возьму. Пусть идет. Сейчас момент. Так, пару суманули? Да. Суманули. Так, давайте фулл баф. Рыбу все ели уже. Паладины, давайте. Кто там? У нас два ретрика, да, получается? Ну, давай полугод тогда каски. Гандлер у нас, кулаки, кресты. Лапу там все, дайте, все есть. Так, что у нас? Вагонетка двух правых, Рейгар, давай, трех левых. Так, все еще знают, сейчас я ДБМ пул дам. Первого ол мы сливаем. Не бить, дайте танкам сначала все забрать. Блин, куда же вы вливаетесь-то? Ну сейчас просто все покикаю и наберу пугов. Я сейчас я сказал, не бейте. Дайте поставить. Воин пока троих соберет. Кини следующего. Рейгар, отойди в сторону. Грулу иди туда. Веди. Все, киглер объем. Вагонетка, давай, слепоглазый. Угу. Thank you.
Так, милики стоять, РДД бьем. Под вихрь не подходим. Меня прохил, я буду бить. Все, милики, можете вливаться. Вихрь через 8 секунд, 5. Готовьтесь отбегать, милики. Милики отошли, РДД бьем. Резните там, кто упал. Время было. Все, ребаф по ним дайте. Пойдемте. Ну, это легкий ребаф. Давайте трэш почистим, уже там забафаемся. Давай, чини. По пристам играете, косты сбивайте исцеление. Все, давайте ребаф. Фу, по рейду. Так, рыбу поставьте, пожалуйста. Елена. Там упали люди, гандлеры. Ну вот, рыба стоит. Так, этот босс манекен, все бьем. Когда притяжка, разбегаемся, набираем дистанцию, чтобы рядом друг, ну, с друг другом никого не было. Иначе вольно. Все, в принципе, по готовности сейчас. Еще не готово. Короче, на пол даю. Вагонетка, иди сюда. Витя, ничего не подтверждаешь.
Че за пул, я не понял. Вагонетка. Кто пульнул? Ну, он побежал на тебя. Кто такой нетерпеливый у нас? Все разбежались. Разбежались. Гробота Берните. Лена. Давай, попытка номер два, сова. Прохильте гробота сразу. Меня подхиливайте, а второй по агро, меня босс лупит. Падающих камней убегайте. Разбежались все. Блин, грубо там присложило. Что происходит? Меня подхильте. Меня пнули, просто притянуло, а умные вары всей толпой чаржнулись босса. Варам просто инты и МП5 не хватало. Ставьте портал. Шатрат какой-нибудь, или Баргримар.
нас не забыли. Я пока отойду, мне надо отойти на минут 5. Не, не 5, наверное, 3. Суманете меня? Ваша жалкая кровь принадлежит мне, удерживать меня вечно! Освободите меня! И запределье будет мою вам легкую смерть. Суманите меня. И воина с четвертой пати суман. Да Даниша, который. А, не с четвертой, сори. Это готовность, кто здесь?
Плетник, Аргуран, Гарагон и Чажогич. Так, они био, да? Так, вагонетка здесь, хилы здесь. Давайте трэш. Потом досумоним уже. Все на пулы в вагонетку. Сейчас не вливаемся, дайте ему чуть-чуть времени нагреть. Правого тоже лови. Ага. Все, можете вливаться, я пошел остальных приведу. Рыгард трэш месяц. Сука, я в Африка спекаюсь. Ха-ха-ха, семена кидай, да? Да. Так, с левой стороны трэш пойдем. А, еще привели. Давай, давай. Лужу кину. Проверяйте, мы с Эксоном перед боссом на трэше ляжем. Сплюнь, блядь. Ну сейчас скажу просто, чтобы сразу не вливались. 3 секунды дать ему. На пулы, и он... И мы живы будем, скорее всего. Ну, просто инферналы. Так, что, что еще трэш привели? Кто вводит трэш там без меня? Поддерживай. Ты с той стороны привели весь трэш? Сейчас приведу. А вон стоят, ну. А, у ворот, кстати. Тут один моб остался. Давай, Дима, лови. Угу. Так, чё, кто кубы плюс у нас? Кто у нас стоит на кубах? Все, кто еще один на плюс-плюс на куб? Ну тебе это затруднять хилить особо не будет? Расставлю, расставлю. Давай вон кинезиса поставим. Слушай, я смотрю, тебе сплетение зашло, да? Ну да, я там с пару ДК пообщался, такими нормальными, говорят, типа, ну, более-менее, это бисовая тринка. Подожди, Варя. Что было вместо нее? Фетиш.
моя кровь, краса вашей погибели мою кровь, и захлебнитесь ею! Так, все, метки расставил. Так, рыба у нас есть еще, да? Не падал никто вроде. Хотя, ну, подождите. Так, так, так. Давайте еще раз рыбу ставлю, чтобы все обновили. Да, вижу. Да убьем без него, ну потом на, если он не придет, на иконе как раз шамана возьмем. Хилы, он вам в восьмой пати не мешает? Ну да, походу свет ограниченный или что, или интернет. Так, что тут у нас сначала трэш, потом, ну, босса ставят, по команде жмутся кубы, босса бьем у стены в бочину. Вагонетка у нас знает, как его ставить. В принципе, у нас тут все, все были, ну, воин. Тебе, воин, вон встать, где зеленая метка чуть левее, босс будет стоять бочиной, и в него просто бьешь. Когда будет рушиться потолок, у стенки становишься. Да не говорите про этого леньпоя. Я с ним второй раз попадаюсь по ладинам в РБК, и он АФКшит. Бля, ВК, это подслушано на сервисе, тоже читал комменты, читал там, угорал. Так, ладно, давайте, не будем отвлекаться. Даю пул. Вагонетка будет. Все напуливаем вагонетку. Дайте ему 3 секунды хотя бы, чтобы он навесил дот и кинул лужу, а потом только вливать. Все, даю пул. Метки расставил. Бля, у меня может ДБМ забагаться. Кто может, если что, поанонсить? Как я всегда, скажу. Вот Викси. Давай, Миш, поанонсишь. Когда им кубы нажимать. О, кинезис уже мертв. Хорошо, что я не раскручиваюсь. Локи поздыхали. Ну, семечки свои кидают. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Так, рейс, ну, типа, быстрее. Давайте фаст рез, да, да, да. Давайте фаст рез, у тебя еще 50 секунд. Ребаф сразу по Аргурану и Кинейдж. Спасибо. И люблю Линейдж. Есть, люблю Линейдж, как раз таки демон. Все, метки стоят. Миш, поанонс, пожалуйста. Ну, в чат поспамишь, когда нажимать я буду, если что, тоже говорить. Не микрофон, не фонит. Фонит, еще я могу. Фонит. Давай, ладно, тогда Кинейдж. Когда кубы нажимать там. Или
Активация босса 10 секунд, приготовились. А можно еще идеальный босса поставить? Кубы 10 секунд. Кубы приготовились. Побежали на кубы 5 секунд. Беги, малышка, беги! Только не снова. Кубы нажали? Уже все. Ну все, все. Ну 5 секунд. После откидывания. Сори, телефон зазвонил. Кубы там готовимся, 10 секунд. Кубы 10 секунд. Беги, малышка, беги! Только не снова. Стены темницы содрогнутся и падут. Потолок рушится, все в край стали. Все, продолжаем бить. УБ 10 секунд приготовить. Беги, малыш!
Мишка, беги! Только не сну!